Депутаты продолжают помогать своим землякам в период пандемии. Так, депутат Госдумы Мурат Гаджиев направил более 1000 продуктовых наборов в районы Дагестана. Накануне парламентарий закупил продукты для Дахадаевского, Левашинского и Сергокалинского районов. Их получили ветераны, инвалиды, семьи с детьми и жители, нуждающиеся в социальной поддержке. Так, Мурат Гаджиев, депутат Госдумы. Помощь совсем за это радость. Списки нуждающихся были сформированы управлениями соцзащиты и по заявкам самих жителей. В условиях самоизоляции у многих наших жителей района сложилась непростая ситуация. Нет возможности работать. Многие предприятия, магазины закрыты. Многие остались в тяжелой ситуации. И вот сегодняшняя помощь Мурата Станиславовича – это очень своевременная и нужная для района и для жителей района.